Виробництво та реалізацію електричної енергії в Україні регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. Це і закон України про електроенергетику, і відповідні постанови Кабінету міністрів та Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг. Не завжди збалансовані та узгоджені між собою, вони інколи призводять до непорозумінь і навіть конфліктів між постачальниками та споживачами електроенергії. Вже кілька років фактичний монополіст на електроенергетичному ринку області ПАТ «Миколаївобленерго» та садові кооперативи і товариства не можуть дійти згоди у питанні розміру тарифу. Проблема полягає у тому, що дачники вважають існуючий розмір плати за електрику 63 копійки за 1 кВт неправомірним. Вони наполягають, що мають сплачувати лише 36 копійок, встановлених для населення. Є такий документ, який гласить форма отчетности перед или инструкция по форма 8 НКРР, где четко сказано, что категории населения принадлежат физические лица, граждане, которые приобретают электрическую энергию для собственных бытовых нужд в жилых домах, квартирах, общежитиях, для потребления подсобного хозяйства, присадебных и садовых участках, запятая, дачах для освещения личных гаражей и боксов. Значит, следовательно, у них тариф по новым расценкам 36 копеек, но ни в коем случае 65 копеек. Разница большая. 30 копеек – это очень много. Мы стараемся, конечно, оплатить. Задолженность у нас, конечно, не было, но с каким трудом. Мы держим и за счет наших членских взносов и контролера, и электрика, и бухгалтера, который мы оплачиваем, а в тариф это не входит нам. Это мы оплачиваем сверх нормы, которые не записаны у нас в уставе, мы не имеем права этого делать. Мы переплачиваем только электрику и контролеру в год 20 тысяч гривен, это ток-тока. А то, что мы переплачиваем еще по электрическому, стоимость электричества на селе наших садоводов, по тарифам там написано, по городу платить там 36 копеек, а мы всем, они выставляют нам счет по 63 копейки. Это большая разница, мы переплачиваем, люди переплачивают большие деньги. Як для окремих дачників, так і для кооперативів в цілому, оплата спожитої електроенергії стає важким фінансовим тягарем. Самі розумієте, що либо 36 копійок, либо 63 копійки кіловат. И глобально получается даже за год взять, перевести. Но все время вот проблемы я сталкиваюсь с тем, что я прихожу вот контролировать, но проверяю, потому что все-таки у нас люди, вот списки пополняются, все, ну как бы помогают, да, вот, и постоянно в конце месяца проблема начинается, контролеры наши бегают, что нужно денег, денег не хватает постоянно, а сейчас с повышением вообще я не знаю, как наше правление будет, в принципе, и не хотелось бы, чтобы нас в один момент приехали и просто отключили, а отключат всех. Не будут же разбираться, не так, как у нас дома, допустим, каждого индивидуально, да, если я не заплатила, взяли и отключили. А почему я должна на сегодняшний день за соседа, который не плательщик, а сейчас вы время сами понимаете какое, и должна отвечать? Они будем платить, они сказали, приходят, нам 10-дневный срок, дают это самое подготовить к отключению. Как люди будут без электричества? Мы черта города, центральный район, вообще люди приходят сюда, это их, можно сказать, жизнь ихняя. Людей, потому что люди привыкли здесь очень, ну, мы самые первые в Николаевской области, садоводческое товарищество. У керівництві ПАТ «Миколаївобленерго» нам пояснили, як саме встановлюються тарифи, зокрема для садових кооперативів. Все кооперативы, все население, которое проживает на территории садоводческого товарищества, оно фактически рассчитывается с нами через единое средство учета. То есть фактически рассчитывается садоводческое товарищество. Но есть такая норма, что в утвержденных тарифах население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, значит, кроме общежития, рассчитывается по тарифу 63 копейки за киловатт. Мы являемся лицензиатом, мы оказываем лицензионную деятельность, поставляем электроэнергию по регулируемому тарифу.
Значит, тарифы мы не устанавливаем, поскольку тарифы, это регулируемый тариф, поэтому тарифы устанавливаются на Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг. Генеральний директор «Миколаївобленерго» стверджує, що відповідно до правил користування електричною енергією, садові кооперативи належать до категорії «населений пункт». Населений пункт в термінології даних правил – це юридичне лицо потребитель, яке об'єднує населення на определеній території, яке содержит електроустановки з цілею забезпечення електричної енергії потребителей данного населенного пункта. То есть в терминологии данных правил у нас садоводческое товарищество является населенным пунктом. Садоводы и с таким визначенням своих об'єднань не погоджуються. Они являются в соответствии с постановлением Национальной комиссии регулирования электрической энергии 498-го. Они относятся к категории населения. Не населенный пункт, а население. Следовательно, для них выведен тариф специально, что они пользуются электрической энергией в соответствии с законом Украины о энергетике, пользуются электрической энергией. По прошлому году цена была 30 копеек, а с них брали как с населенного пункта, доказывая, что они являются населенным пунктом. Значит, что это привело? Это приводит к тому, что они переплачивают ежегодно, за прошлый год они переплатили 95 тысяч гривен за потребленную электрическую энергию. Это в соответствии с теми счетами, которые они оплатили. Второе. В этом году они будут тратить намного больше, потому что разница в тарифе существенна. Они считают, что дачный кооператив – это населенный пункт. Вот по мнению их населенный пункт. Но если я поднял административное устройство Николаевской области, то в Николаевской области находится 19 районов, районных городов 4, населенных пунктов 922, в том числе сельских, городских, тому подобное расписано. Но если у нас в дачных кооперативах Николаевской области находится 309 кооперативов дачных, то извините, почему у нас численность не увеличилась на 309? Было у нас 922 населенных пункта в том числе. Почему не увеличилась на 309? Это получается 1200. Крім розміру тарифу, предметом спору є і порядок користування та обслуговування внутрішніх електромереж садових товариств. Наразі вони перебувають на балансі кооперативів, що є порушенням чинного законодавства. Что такое содержание сетей? Значит, имеет ли право сегодня представитель кооператива нанимать электрика? Кто он? Он имеет право сегодня забрать деньги с членов кооператива? Не имеет права. Он некоммерческая, это некоммерческая граница, некоммерческое, это товарищество, это не населенный пункт. Он не имеет права брать деньги. Он даже не имеет права нанимать электрика. Да, потому что он завтра пошлет кого-то столб отремонтировать, проводку заменить. Или где-то там чашечка рассыпалась, человек полез, не дай бог, лестница оборвалась или ударила электрическим током. Кто будет нести ответственность? Председатель. Кто будет платить в случае смерти или травмы какой-нибудь? Кто будет оплачивать больничный? Председатель кооператив, кто будет оплачивать их? До того ж, члени кооперативів вимагають укладання з кожним з них прямого договору на електропостачання та відкриття окремих особових рахунків. Поки що зробити це їм не вдається. На каком основании, вот это мне просто непонятно, не только мне, а людям непонятно. Люди стараются платить, а почему, и задают вопросы, почему мы не переходим в Обленерго на лицевые счета. Вот. Стараемся, бегаем туда, доказать, что мы хотим передать, но пока нас не принимают. Обленерго в целом не заперечує проти оформления окремих рахунків на кожного садовода. Вообще для нас потребитель – это святое, да? Но прежде чем с нами заключить договор, каждый потребитель должен соблюсти процедуру и предоставить нам определенную процедуру, которая также регламентируется нормативно-правовыми актами, законом про электроэнергетику, правилами пользования электроэнергии для населения, правилами подключения. То есть ряд нормативно-правовых актов, абсолютно верно, которые регламентируют порядок действий. То есть здесь нет анархии, здесь нет. Все чітко прописано. Керівник «Миколаївобленерго» повідомив нам, що існує одразу декілька варіантів вирішення питання. Перший – це підключення садових ділянок до електромереж постачальника.
В этих садоводческих товариществах наших сетей нет, и ближайшая точка, откуда мы можем подключить данного потребителя, находится свыше, чем 300 метров от данного потребителя. То есть они попадают под нестандартное подключение. В этом случае все финансовые затраты по обеспечению, по реализации данных технических условий будут возлагаться на потребителя. Естественно, по нынешним временам данные затраты будут немаленькие. Значит, второй вариант, по которому можно заключить прямой договор, это заключение трехстороннего договора между владельцем данных сетей, которыми является садоводческое товарищество, данным конкретным потребителем и поставщиком электроэнергии. Подписывается трехсторонний договор, при этом мы получаем средства непосредственно от потребителя электроэнергии, а владельцу сетей, технологических сетей, там уже оплачивается какая-то сумма на содержание этих сетей. Это, значит, вот второй вариант, это заключение трехстороннего договора поставщик, потребитель и владелец сетей. Ще один варіант – передача всіх електромереж, які належать садовим товариствам, на баланс енергопостачальної компанії. Мы много раз обращались в Обленерго, чтобы нас взяли на обслуживание конкретно дачных участков. И нам представляли все время тех условий, что нужно выполнить. В принципе, мы вот была компания, произведена начиная с 2007 года, что есть все везде заменить, в каждом домике. То есть мы это выполнили, все за счет людей, то есть люди вносили за собственные средства. Вот. И на сегодняшний день нам бы хотелось, чтобы нас Обленерго взяла под свой контроль, чтобы мы относились каждый индивидуально, могли оплачивать конкретно каждый сам за себя. ПАТ «Миколаїв Обленерго» готовий прийняти на баланс існуючі мережі кооперативів, але за умови виконання певних вимог. Когда садоводческие товарищества создавались, то есть там какие-то процедуры, они просто-напросто игнорировались, они не соблюдались, либо их на тот момент их не было, они не были предусмотрены действующим законодательством на тот период. Вот. Но мы работаем и мы действуем в рамках того законодательства, которое действует на сегодняшний период. И переступить это законодательство, к сожалению, мы не можем. Забирать это все, без приведения это все в надлежащее техническое состояние, мы права не имеем. То есть мы, прежде чем передача, мы имеем право потребовать приведения всей электроустановки в надлежащее техническое состояние. Крім суду технічних питань, є ще ціла низка юридичних процедур, які необхідно виконати. Они берут на себя полностью оформление права собственности, оформление земельных отношений. Вот смотрите, трансформатор находится на земле. Земля под этот фактически, она не оформлена технической документацией, но на земле находится. Так? И мы сейчас передается в город, город вправе от нас требовать арендную плату за этот участок. Да? Технической документации нет. Вот. Права собственности, подтверждающих документов нет. На каком основании мы будем тогда принимать, если не подтверждено ни отведение земли, ни право собственности на трансформатор, ни право собственности на эти сети? Потому что это вовремя было не оформлено. Частина вимог вже виконана садоводами, але вирішення питання поки що не просувається. Люди выполнили требования. У них счетчики в каждом участке, у них на освещение свой счетчик, у них счетчик на электроэнергию на скважине. Вопрос решен. Основка сейчас за Обленерго. Садоводи стверджують, що Обленерго навмисно заважає вирішенню проблеми через небажання втратити суттєві прибутки. Если мы живем в квартире, в многоэтажном доме, то у нас договор с каждым нанимателем квартиры. Почему на даче, почему в гараже мы пользуемся по общему счетчику? Это выгодно Обленерго в первую очередь. Почему выгодно? Потому что, извините, 119 тысяч по прошлому году просто получить разницу тарифа – это большие деньги. При этом не обслуживая ничего. Мы смотрели документ, что они только за 9 месяцев, у них чистая прибыль после уплаты налога и всех остальных – 44 миллиона, да, нашему Обленерго. Это хорошие деньги. За счет кого эти деньги? Это что, им кто-то рисует? Или мы платим, все потребители платим. Поэтому мы хотим за свои деньги иметь хотя бы нормальные условия поставки нам продукции, которая называется электроэнергия. То, что мы сегодня должны передать им на баланс, мы можем только продать. Потому что если они не хотят ее получать ее на баланс в том виде, как она есть, в том состоянии, они хотят получить большой жирный куш, при этом ничего не потратив.
Вирішити спірні питання сторони спробували за допомогою Миколаївського територіального відділення Антимонопольного комітету України. На засіданні колегії територіального відділення і представники садових товариств, і керівники ПАТ «Миколаївобленерго» висловили свою точку зору на розвиток відносин між постачальником та споживачами електричної енергії. Дачники назвали вимоги «Миколаївобленерго» неправомірними і взагалі незрозумілими. То, что они выставляют требования сегодня, есть ли задолженность, нет ли задолженности у кооператива. Значит, кооператив Мичурин выдал документ, что у них задолженности нет по каждому месяцу. О чем мы говорим? Требуются дополнительные технические условия. Мне непонятно, технические условия у потребителя, бытового потребителя, где? В квартире. Поставьте счетчик, он поставит розетку, 1, 2, 3, и при помощи шнура удлинения будет включать холодильник, телевизор или же стиральную машину. Дальше что? Что какие технические условия? Нам же пытаются навязать сегодня то, чтобы мы сеть, которая сегодня была построена, либо ее передать на баланс, каким образом подарить ее. У свою чергу, керівництво ПАТ «Миколаївобленерго» нагадало садоводам, що можливість укладати прямі договори з енергопостачальною компанією чітко регламентована відповідними правилами. Согласно пункту 12.5, право заключати двосторонній договір в рамках трьохсторонника у споживача населеного пункту виникає тільки у разі виходу із складу населеного пункту. Тобто, прежде чем получать такое заявление от представителя дачного кооператива, от члена дачного кооператива, мы, по большому счету, должны проверить, имеет ли он право обращаться к двусторонним договорам. Этим правом будет протокол садоводческого товарищества, о его выходе из состава садоводческого товарищества. Все другие заявления мы просто юридически не имеем права рассматривать, потому что вы несете статус споживача населеного пункта. Члени колегії уважно вислухали обидві сторони і, зважаючи на складність питання, вирішили зробити перерву у засіданні для з'ясування всіх нюансів справи. На сьогоднішній день адміністративна колегія заслухала позиції сторон, вислухала проблемні питання, які сторони вважають необхідним вияснити в процесі засідання адміністративної колегії, і сформувала свої групи питань, які необхідні для уточнення від сторон. В зв'язку з цим, користуючись возможность, которая предоставлена законодательством, административная коллегия объявила перерыв в пятницу до 11 часов дня, для того, чтобы стороны могли реализовать свои права на предоставление пояснений и для соответствующего права отделения административной коллегии для истребования дополнительных пояснений от сторон, которые участвуют в рассмотрении этого дела. Вопрос, я хочу добавить, очень резонансный. Он касается большой группы потребителей на территории Николаевской области. Ну, будем рассматривать в рамках закона и надеемся, что справедливость восторжествует.